Ну а перед просмотром данного видеоролика подпишитесь на канал Ваниш. На этом канале вы найдете всяческие различные видео на тему Хроника Дураков, перезаливы с различных каналов, а также выпуски передачи Ваниш Лайв. Также на канале вы найдете эволюцию составок боевика на НТВ от Михаила Пушнова. Ссылка на канал в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Телевизионщик. И сегодня, друзья, я расскажу о том, что произошло с активом на канале Глеб Телевизионщик. Как вы уже понимаете, в последнее время актив на канале Глеб Телевизионщик, то есть на моем YouTube-канале, упал актив. Сейчас у меня количество просмотров набирается примерно от 50 до 90 просмотров. А раньше я набирал примерно больше одной тысячи просмотров. Сейчас вы видите эти данные видеоролика, которые вы сейчас смотрите или вы смотрели. И вот видите отчеты. Это просмотров. Например, видео, сделанное за 2 недели тому назад. Набрало 51 просмотр. Остальные следующие выпуски, 4 выпуска, которые я сделал еще 1 сентября. И снова 2 недели назад. И вот количество просмотров. От 31 до 58 просмотров. Если зайти ко мне на канал и нажать о канале, то вы увидите количество просмотров. Как сейчас вы видите, сейчас количество просмотров на моем канале 255 016. Но, к сожалению, этого маловато. Также на моем канале есть вкладка с моими популярными видео, которые набирали количество просмотров. Как вы уже видите, это все видеоролики, которые набирали популярность. Благодаря чему я стал от них популярнее. И самое большое количество... И сейчас мы спустимся в самый низ этой страницы для того, чтобы узнать самое начальное число просмотров. И вот мы уже видим первое видео, которое набрало, которое имеет 241 просмотра в вкладке популярных видосов. И самое популярное видео, которое имеет количество просмотров от 4,7 до 10 тысяч просмотров. Так что, друзья, если вы активны и вы часто смотрите мой YouTube-канал, то не забудьте написать в комментариях хэштег Глеб Телевизионщик актив. Так вот, для этого вам нужно зайти в любое какое-нибудь видео. Неважно, можно в последнее видео или в предпоследнее. И так далее. Затем нажимайте, чтобы вбить комментарий. Вбивайте этот хэштег и отправляйте мне комментарий с хэштегом. И все. Все условия ясны. Условия очень простые. А теперь хочу рассказать насчет пиара. Ранее у меня пиар был платным. И чтобы заказать пиар, мне нужно было закинуть денежку на донат. Ссылку на донат я отправлю вам в описании. Но сейчас заказ пиар бесплатный. Теперь уже бесплатный. Если вы хотите поддержать меня или просто дать мне счастье, то вы можете все-таки отправить денежку. Отправив мне по донату. Кстати, вот донат. Вбивайте свое имя и количество денег, которые вы хотите отправить. Ну а дальше вы можете отправить свое сообщение и нажать «Дать денег от души». На этом у меня все.
Подписывайтесь на мой канал, поставьте жирный палец вверх и не забудьте написать комментарий с хэштегом GlebTelezionchikActive. Всем пока!